великий спортсмен, ты очень сильный человек, не только физически, но и внутренне. Скажи, пожалуйста, за эти дни ты плакал хоть раз? Я не плакал, но слезы много раз наворачивались. От чего, ты помнишь? На вокзале, когда мы в первые дни, когда на вокзале был биток и шла эвакуация, привезли людей эвакуированных, которые успели, я даже уже не помню, откуда их привезли, и мальчик лет 7. Плакал и, вспоминая папу, маму, ко мне подошла женщина, и после того, как я с ним поговорил, с вами расстраивался, поэтому папа с мамой потерялись, женщина сказала, что он еще не знает, что родителей нет. Тяжело, тяжело написать те чувства. Людей жалко. Жалко, эмоционально жалко людей. Жалко этого мальчика, потому что он еще не знал, что он сирота.